Здравствуйте, друзья. Я впервые на этом объекте. Здесь 3 года назад мы установили раздвижные перегородки. И все, что здесь установлено, я видел, если честно, только на фотографии. В общем, я изумлен. Ну и все равно постараюсь вам максимально подробно рассказать сегодня об этом интересном объекте. То есть он весь стилизован в таком восточном стиле, как вы успели заметить. Сделан тут, кроме перегородок, вот такой подиум внизу, да? Полукруг, который внутри стены сделан, да, подсветка и декоративные элементы наклеены на стекло. Дальше идет подиум внизу, как вы видели, да, стекло, в котором внутри тоже засыпаны декоративные элементы. Раздвижная перегородка, состоящая из 2 створок. Одна из них раздвижная, заезжает за створку, вторая стационарная полностью. Тоже все сделано в едином стиле. Каждая створка примерно 900 мм шириной, ну и высотой 2,60. Матовое стекло и все вот такие частички декоративные наклеены на него с 2 сторон. Кроме этой раздвижной перегородки есть еще одна, состоящая из 3 створок, где тоже 1 стационарная и 2 раздвижных. Отгораживает эта перегородка зону кухни, которая расположена по сути на лоджии и имеет прекрасный вид панораму на город. Также здесь есть такой декоративный элемент, полукруг на стекле, который сочетается с тем кругом. Все смотрится в едином стиле. Кроме перегородок и того декоративного элемента, сделаны нами были вот эти потолки, то есть декоративные именно элементы, в которых спрятаны были светильники. И светильники отдельно стоящие тоже были установлены нашей компании 3 года назад в этой квартире. Ну и каскадная перегородка, да, у нас, как обычно, имеет особенность. Никаких нижних направляющих нету, только верхнее крепление. Эти створки сделаны не до потолка, потому что они стоят под бетонной перемычкой. Соответственно, высотой они ниже, чем створки предыдущие. Но здесь также сделаны декоративные элементы, полностью наклеенные на стекло с обеих сторон. И здесь, кстати, матовое стекло, как на той створке. Здесь еще такая широкая, достаточно толстая стена, потому что это несущая. Сделано обрамление проема единой доской, без всяких стыков. Вот, выполнено очень красиво, эстетично, сочетается с общим стилем квартиры. Ну а для тех, друзья, кто смотрит это видео на YouTube-канале, обязательно подписывайтесь на наш Instagram, он указан в ссылке внизу. Подписывайтесь на этот канал, не забывайте писать комментарии и поставить лайк. До встречи!